Звонят колокола. По православному календарю сегодня день Смоленской иконы Божьей Матери. Это одна из главных святынь Русской Православной Церкви. Смоленская икона Божьей Матери Адигитрия, что в переводе с греческого означает «путеводительница», считается покровительницей путешественников. Ее просят уберечь в пути от неприятных ситуаций, различных болезней, непредвиденных бед. Также ей молятся все страждущие защитить и сохранить свой дом от недоброжелателей и врагов.